В этом видео мы разбираемся, в чем же разница между наушниками TicPods 2 и TicPods 2 Pro. Обе модели абсолютно беспроводных наушников выглядят совершенно одинаково, но разница в цене, мягко говоря, ощутимая. Потому данное видео поможет каждому сделать свой выбор, плюс в конце будет коротко рассказано о недостатках и преимуществах каждой модели, и именно там будет много интересной информации для тех, кто хочет приобрести или обновить настоящие беспроводные наушники. Не пропустите. Также в этом видео мы обязательно коснемся вопроса звучания. Ловите наши обзоры первыми и подписывайтесь на наш канал с колокольчиком. Напоминаем, что актуальную стоимость и наличие любого товара из наших обзоров можно узнать по ссылкам в описании к этому видео. А перед тем, как перейти к разбору, распаковка и быстрое знакомство. Вне зависимости от версии, упаковка наушников выглядит похоже. Лишь самые внимательные заметят небольшое расхождение в надписях, шрифтом помельче и легкие различия в дизайне. TicPods 2 Pro и обычные выпускаются в трех расцветках. Внутри коробок можно обнаружить документы, кейсы с наушниками и короткие кабели типа USB, USB-C для подзарядки кейса. Выходит, что если есть различия между моделями, то они точно не в комплектации. При более близком рассмотрении и кейсы для хранения и зарядки, и сами наушники выглядят абсолютно одинаково. Стоит отметить, что компания Mobvoi действительно заморачивается над тем, как выглядят ее продукты, и выбирает более оригинальный дизайн. При этом не страдает удобство. Так и здесь, сами наушники и кейс получились привлекательными и очень компактными. Особенно удивил размер кейса, он ну совсем немногим больше большого пальца руки. Крышка наушников покрыта бороздками, что навевает ассоциации с морской раковиной, особенно в розовом цвете. При открытии крышки нужно преодолеть сопротивление магнитов, которыми она удерживается. Сами наушники также удерживаются внутри кейса магнитами и охотно впрыгивают на свои места благодаря им. Вот эта крохотная кнопка предназначена для отмены соединения с текущим устройством и подключения к другому. Кстати, обе версии имеют защиту от влаги по стандарту IPX4, то есть небольшой дождь или брызги, скорее всего, не навредят наушникам, главное не окунать их в воду. Каждый наушник оснащен 30-мАч-часовым аккумулятором, а в кейсе установлена батарея емкостью в 390 мАч. Приятно, что пополнять заряд здесь можно довольно быстро. В случае необходимости наушники после 5-минутной подзарядки смогут проработать дополнительный час. Сами наушники держат заряд на протяжении 4 часов, а с дозарядкой от кейса стандартная версия максимально способна работать до 23 и версия Pro до 20 часов. Ну вот мы и добрались до различий. TicPods 2 Pro не зря могут работать немного меньше, нежели стандартная версия, потому как основные различия кроются именно в аппаратно-программной части устройства. Модели получили разные чипы для управления их работой. Это Qualcomm QCC5121 у Pro версии и Qualcomm QCC3026 у стандартной. И вот благодаря этому самому чипу QCC5121 удалось реализовать управление наушниками с припиской Pro не только при помощи сенсорных поверхностей, как у стандартной версии, но и при помощи кивков головой и, что еще более интересно, при помощи голосовых команд. Итак, утвердительно кивнув головой дважды, можно принять входящий вызов. А два раза кивнув головой из стороны в сторону, можно прервать или отклонить вызов. TicPods 2 Pro также и слушают своего владельца постоянно, и при помощи простых фраз на английском можно перейти к воспроизведению следующего или предыдущего трека. Next song. Запустить или остановить проигрывание музыки или видео. Play music. Принять или отклонить вызов. Кроме вышесказанного, именно у прошлой версии есть возможность вызова голосового помощника при помощи фразы «Hey Tico». Hey Tico. Причем вызван будет именно встроенный помощник вашего смартфона, например, Siri для iOS или Google Assistant для Android, у которых можно будет попросить поставить напоминание, будильник, узнать прогноз погоды, в общем, спросить его о том, чем он вам помогает обычно. Hey Tico. Set up an alarm for tomorrow at 9 a.m.
Для более аккуратной работы с голосовыми командами наушникам TicPods 2 Pro пришлось встроить два микрофона, в то время как у стандартной версии лишь один микрофон. Правда, стоит отметить, что и там для более качественного звучания во время вызова использована система шумоподавления. Давайте послушаем, как ведут себя микрофоны наушников во время вызова. Сейчас я произвожу тестирование того, как звучит гарнитура TicPods 2 без приставки Pro в очень сложных условиях. Можно сказать, что вдвойне сложных условиях, так как звонок я произвожу, стоя на краю достаточно шумной шестиполосной дороги. Это первая сложность. А второе, то, что тест мой производится во время карантина. И у меня на лице где-то еще защитная маска. То есть это дополнительно усложняет распознавание речи. И у нас есть возможность услышать, как справляется с этим гарнитура TicPods 2 без приставки Pro. Сейчас я нахожусь на краю достаточно шумной дороги. Мимо меня вот сейчас будет проезжать микроавтобус. Тестируем наушники TicPods 2 Pro в условиях карантина, потому, кроме того, что дорога шумная, мне мешает еще разговаривать и маска. Маска, которая надета на мое лицо, пока я иду в магазин. Потому условия для теста вдвойне сложные, и вы можете слышать то, как звучит мой голос именно не только на краю шумной шестиполосной дороги, но еще и в условиях того, что на мое лицо надета маска. Так что тест будет вдвойне интересен. Но никто не говорил, что управлять моделью без приставки Pro гораздо сложнее. TicPods 2, ровно так же, как и старшая, более дорогая версия, управляется при помощи прикосновений к сенсорной панели. Двойное касание помогает ответить на вызов или включить следующий трек, длительное нажатие помогает вызвать голосового ассистента или отклонить вызов, а перемещение пальца вверх-вниз помогает отрегулировать громкость. Итак, основные различия между двумя моделями. Это наличие более продвинутого голосового и управления жестами у старшей модели. И у нее же два встроенных микрофона против одного у младшей. Ну а в качестве небольшой жертвы, которая была принесена в пользу функциональности более крутой, стоит упомянуть о чуть менее высокой автономности Pro-версии наушников. Перед тем, как поговорить о минусах и плюсах, еще несколько слов о том, как работают и звучат наушники. Зная, что даже топовые полностью беспроводные наушники открытого типа, которые все привыкли брать за эталон, например, Apple AirPods, звучат не идеально, то и слушая TicPods 2 для теста, наши ожидания точно не были завышенными. И тем не менее, наушники показали отличное звучание с приятными частотами. Конечно же, ввиду конструкции низких частот им немного не хватает. Но наушники преподнесли отличный сюрприз после установки фирменного приложения. Кроме того, что приложение позволяет настроить управление наушниками под себя, обновиться на новую версию прошивки, в приложении можно выбрать среди предустановок эквалайзера, который очень здорово меняет звучание именно в лучшую сторону. Хотя даже и без него наушники очень хорошо звучат для своего класса. Так что, приобретая одну из этих моделей, обязательно стоит зайти в меню настройки эквалайзера. Интересный нюанс работы наушников и приложения – это то, что в нем встроен голосовой переводчик, и, поделившись одним наушником с собеседником, можно общаться, даже не зная его языка. Обе модели можно использовать в режиме моно, в таком случае левый наушник выступает основным и может работать самостоятельно. Похоже, мы добрались до раздела видео с недостатками и преимуществами наушников Mobvoi TicPods 2 и их Pro-версии. Наушники поддерживают передачу звука с более высоким качеством. Для активации этой возможности в приложении есть переключатель. Так вот, возможность доступна только если ваш смартфон поддерживает стандарт APTX. И при активации данной опции дальность передачи сигнала ослабевает. Если в стандартном режиме с наушниками можно спокойно уйти в соседнюю комнату и даже дальше, то с активным переключателем APTX сигнал может прерываться. Другой нюанс касается только Pro-версии. Если активно голосовое управление, то производитель предупреждает о возможных прерываниях передачи сигнала, хотя каких-либо явных косяков в работе, связанных с этим, не было замечено при тестировании. К преимуществам наушников стоит отнести то, что у них, кроме всего прочего, есть функция автопаузы. При извлечении наушника воспроизведение музыки или видео приостанавливается, что очень удобно. Пользователь никогда не пропускает важного фрагмента, например, аудиокниги или подкаста, и не приходится перематывать запись обратно.
Наушники поддерживают Bluetooth 5, что обеспечивает меньшую задержку и более стабильный сигнал при экономии энергии. Есть также возможность передачи более качественного сигнала, речь про технологию aptX. И, наверное, основное преимущество многих моделей TicPods – это отличная функциональность, например, наличие удобного сенсорного управления при заметно более демократичной стоимости. Напоминаем, наличие и стоимость наушников можно узнать по ссылкам в описании. Делитесь своими впечатлениями о наушниках TicPods 2 в комментариях, жмите лайк, если видео понравилось, и подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть больше обзоров об интересных гаджетах.